Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Наверняка это будет премьера, скорее всего. Может быть и нет, я еще не решил. Но в любом случае, я вас приветствую. Мы сегодня играем в игру The Joy of Creation Story Mod, что переводится к наслаждение творением. Режим истории. Мы с вами в прошлый раз прошли комнатку, спальню. Слышите этот звук? Волшебный. Да. Теперь мы переходим на следующую комнатку. Называется она гостиная. Какой звук, слушайте. Пока мы слушаем музыку, не забудьте поддержать меня лайком. Так, поехали. Играть нажмем. Послушаем, что там будет за история в этой комнате. Ты действительно думаешь, что это хорошая идея позволить ему остаться? Не думаю, что он в состоянии что-либо нам сделать. Ты видел его одежду? Как будто он вышел из огня. Я имею в виду, я мог бы, ну, знаешь, вызвать скорую помощь или, например, довести его до больницы. Так было бы лучше. Просто понимаешь, мне некомфортно находиться рядом с совершенно незнакомым человеком, еще и на ночь глядя. О, дорогой, ты волнуешься за детей? Естественно, я волнуюсь за детей. Он спит в соседней комнате. Как я могу не беспокоиться? Что, если он притворяется, Вэл? Раз ты так обеспокоен, мы можем остаться здесь и следить за ним. Всю ночь? Естественно, всю ночь. Ну же, не желаешь скоротать со мной вечерок? Ты занимался обновлением своего сайта в день нашей годовщины. Так давай же сейчас просто посидим здесь в гостиной и посмотрим телевизор, пока оберегаем детей. Я Мамочки. Хотел сказать... Конечно. Честно, я думаю, да, я думаю, этим мы могли бы заняться сейчас. Но я просто должен убедиться, что все в порядке, хорошо? Я скоро вернусь. Хорошо, я... Побуду здесь. Возвращайся поскорее. Так. Не стоит попусту себя изводить. Девчонка, то есть жена, остается сама в гостиной, да? Он ушел куда-то там, отошел на секунду. Что это было? Не знаю, свет пропал, девчоночка. Тебе, кажется, сейчас не поздоровится, судя по всему. Так, смыш, смотрим. Продолжить, открыть подсказки, скрыть подсказки, перемещаться, пробел встать или сесть. Левая кнопка мышки взаимодействие с объектами. Ну, вроде бы как понятно, время вот здесь у нас будет на камине. Жмем X. Так, ну посмотрим. Так, пропуск. Ау, тут есть кто-нибудь? Если кто-то слышит меня, отзовитесь немедленно! Кто это? И что, мать вашу, здесь происходит? О, это я, Майкл. Послушайте, нет времени объяснять. Майкл? Просто знайте, что вы в большой опасности. Скотт тоже там, рядом с вами? Мой муж? Нет, его нет, он отошел по делам. И что значит, я в опасности? Мэм, мне очень и очень жаль. Это моя вина. Но вам не стоит паниковать. Я очень хочу помочь вам. Только, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Слушаю. Что? Слушайте, в ваш дом забрались монстры, которые скоро придут за вами. Если они увидят вас, то убьют. Вы меня хорошо поняли, мэм? Очень важно, что бы ни случилось, просто не давайте им увидеть вас. Хорошо? Я... Ничего не понимаю, да? Я знаю, слушайте, просто... Вы в гостиной, да? Угу. Попытайтесь сосредоточиться на трех дверях за вашей спиной. Раз, два, три. Если входная дверь заперта, то они в нее не войдут. Осмотрите комнату, нам нужен какой-нибудь монитор. Он позволит подключиться к их вот встроенным он. Камерам. Мэм, телевизор в гостиной работает? Да. Но это не больше, чем просто телевизор. Шум какой-то. Хорошо. Главное, чтобы вы смогли наблюдать за ними. Послушайте, они обычно приходят либо с левой стороны, либо справа, и вам этого не избежать. Итак, если вы увидите, как один из них подошел слишком близко, просто прячьтесь. Спрятаться? А куда спрятаться? За дверью? Вот куда-нибудь, так. Где бы они вас не увидели, хорошо? Приседать так, нельзя. Как только они войдут, не шевелитесь, тогда они камера. Вас не заметят. Хорошо? Что ж, я не знаю, кто из какой стороны пойдет, но если вы будете следить за ними, то сами увидите. Понял. Попробуйте поискать, можно ли как-то понаблюдать за ними через двери. Щели, отверстия, точно, замочные скважины. Если у какой-либо из дверей есть замочная вот скважина, это. То не забывайте подсматривать в нее иногда. За тут дверью пусто. Они вас точно не увидят. Тут поверьте нет. Мне,
Так вот, запомните эти важные вещи. Если что-то ворвется в одну из дверей, спрячьтесь так, спрятаться, чтобы они вас не заметили. Хорошо, я понял. Вы можете услышать разные звуки, и это очень важный знак. Главное, не смотрите звуки. Тому, что ворвется к вам в комнату. И, пожалуйста, постарайтесь не выдавать себя. Боже, как страшно. Я должна сидеть здесь всю ночь? Что насчет моих детей? До 6 часов. Что насчет моего мужа? Слушайте, кофе. Я ничего не могу сказать по этому поводу, мэм. Но знайте, нужно продержаться до 6 утра, чтобы выжить. Но помню. 6 часов утра. Время пробежит незаметно. Так, просто садимся на диван. Просто ждите, и все закончится. Они уйдут и заберут с собой несколько минут времени. И да, пожалуйста, если вы выживете, обещайте, что заберете своих детей и сбежите из этого дома Фредди как Фокси. Можно быстрее. А Скотту я сам помогу выбраться отсюда. Не волнуйтесь. А теперь, прошу, успокойтесь. Ваш сын... полной безопасности. Пауза какая-то есть. Я не понимаю, что происходит. Фредди Фокси, пауза. Откуда вы знаете обо всем? Что за пауза? Стойте. Подождите секундочку. Откуда вам известно имя моего мужа? От верблюда. Откуда? Майкл, я была с ним рядом, когда мы вас нашли. Он ни разу не упомянул свое имя. Откуда вы знаете? Это не закрывается. Майкл? Майкл, кажется, пропал. Так, что происходит? Давай сядем на это самое место. Пауза не работает. Фокси, Фредди. Ничего не видно. Не понял. Как это с этим работать экраном? Когда-то давным-давно играл, но уже ничего не помню. О, теперь видно. Ага, мы можем переключаться на двух героев. На Фредди и на Фокси. Пауза. Ага, можем держать, удерживать его. Это поворот дверей какой-то. И это поворот дверей. Они оба на повороте, да? Так, смотрим. Один здесь топает, один тут топает. Надо как-то их, наверное, удерживать, что ли, одного. Я не помню, как мы это дело проходили с вами ранее. Вот они идут, тут идут. Так, садимся на диван, смотрим телевизор. Фокси топает. Фокси, вот я не знаю, с какой стороны он выползет. Фредди с правой стороны. С левой стороны. Это вот дверь, кажется. Они оба подходят. Подождите-ка, надо было одного, наверное, удерживать. Вот, значит, наверное, тут вырвется с дверей, выползет, выпрыгнет. Или как? Или с этой стороны он выбежит. Как правильно я должен был поступить? Как-то, наверное, надо было сдерживать одного из них. О! Фредди меня заколол. Они сразу с двух сторон на меня напали. Сразу с двух сторон. Так, твой враг не сможет двигаться, пока ты удерживаешь кнопку пауза. Используй эту возможность, чтобы выиграть время. Фух, ну понял. Короче, надо что это дело учитывать. X-пропуск. Садимся на диванчик. Смотрим экран. Никого нету пока. Никого нету. Значит, нам надо все-таки как-то их удерживать, что ли, получается. Так, вот они идут. Допустим, я держу Фокси. А Фредди топает в этот момент. А этого будем держать. А Фредди у нас вышел с какой? С правой стороны. Как экран с этой стороны. Как экран показывает, оттуда он и должен вылезти. Вот, он уже возле книг. А этого я держу. Так, этого я держу. А смотрю на Фредди. Вот он уже там. Этого будем Фоксика держим. По идее, он там с левой стороны будет. А этот, по идее, Фредди должен с той стороны подойти к нам. Вот так попробуем сейчас действовать. Так. Держим. Так, он что-то остановился. Этот на повороте, а тот непонятно где. Так, Фоксика я придерживаю. А это Фредди, по идее, топает к нам. Топ-топ-топ, топает малыш. Фредди. Так, удерживаем. Фокси удерживаем. Смотрим на Фредди. Он, кажется, уже приближается. Этого еще немножко удержим. Он уже близко. Еще чуть-чуть удержим. Так, думаю, что пора вставать и прятаться. По идее, вот с этой стороны должен выскочить Фредди, если я правильно все понял. Так, выпрыгнет он сейчас тут? Или не выпрыгнет? О, вылез. О, пришел Фредди, смотрите-ка, вот он. Проверяет такой, чекает, все ли тут на месте или не все. Ушел. Я сажусь на диванчело и смотрю. Ага, Фредди, да, вообще его нету, а Фоксик топает. Но я могу его снова-таки удерживать. Да? Да. Могу этого снова-таки удерживать. Или теперь надо Фредди удерживать. Он уже на повороте. Давайте Фредди удерживать. Все-таки Фокси ближе наверняка. Давайте будем... Фредди будем держать. И посматривать. Еще чуть-чуть Фредди подержу.
Отпущу, встану и пойду спрячусь вот сюда за дверь. По идее, здесь должен выскочить сейчас Фоксик. Как я правильно? Правильно я все сделал? Или неправильно? Как вы думаете? Оп! О, пришел! Фокси, я был с глазами своими краснющими. Вон, гля. Палит такой Чикс. Ушел. Так, садимся на диванчелло, смотрим. Значит, Фредик теперь топает. Фоксик будет появляться. А, вот, Фредди уже на подходе, кстати. Фоксика бы неплохо бы удержать. Остановился, еще немножко подержим. Отпускаем. Все, идем прячемся теперь от Фредди. Вот здесь Фредди должен выскочить, по идее. Сейчас, секунды на секунду. А вот и он пришел. Привет, Фредди. Привет, медведь. Так, все, вали отсюда вам. Так, теперь надо, наверное, посмотреть в эту скважину. Тут что-то у нас кто-то есть. Опа, а как от него прятаться? Слушайте, откуда? На диван, за диван, за дверью наверняка тоже, да? Ну, давайте сядем пока, подумаем, что мы тут можем еще посмотреть. Фредди топает. Подожди, надо посмотреть. Вот здесь, наверное. Он прямо стоит за дверью, неужели он сейчас выскочит? Ну, наверняка, наверняка сейчас выскочит. Мне надо где-то тоже найти точку, где бы тут прятаться. Но я пока не понял, он выскакивать когда будет? Непонятно. Пока не спешит он выскакивать. Мы можем глянуть в скважину. Вот он стоит прямо за дверью. Я не понимаю, когда он выскочит и где мне... Он мне шею свернул, этот Фокси! С ума сойти! Так, твой враг не сможет двигаться, пока ты удерживаешь кнопку паузы. Использует возможность, чтобы выиграть время. Я понял! Но нам теперь, значит, я что-то опять сделал неверно. То есть мы, в принципе, разобрались, как нам с этими двумя бороться, а как с этим чуваком посередине сражаться, я пока не осознал. Нужно узнать, когда он будет уже, когда, наверное, будет смотреть в этот самый. Когда будет смотреть уже в скважину, тогда нужно уже от него прятаться. Так, мы держим Фредди, давайте с Фредди начнем. Будем удерживать Фредди и ждать, пока придет к нам в гости Фокси. Так. А, вот это Фредди. Понял. А Фокси мы, значит, удерживаем. Все, понял. Ошибся. Значит, Фредди мы удерживаем. Ой, Фокси мы удерживаем. А Фредди ждем, пока придет к нам в гости. Он уже, кажется, приближается. Приближается наш малыш. Малыш. Идет. Фредди. Так, держим. Так. Держим. Фоксика держим. Он все ближе и ближе. Я еще вот на повороте. Держу Фокси. Держу его, не пускаю как будто. Фредди уже совсем рядышком. Я могу еще Фокси немножко подержать. Наверное, хватит. Пойдемте прятаться. Должен, по идее, сейчас тут Фредди выскочить. Правильно я понимаю? Ну уже, давай. Я знаю, что ты уже рядышком тут. Выпрыгивай. О, мама, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри такой. Тут никого. Ну ладно, я пошел. Так, Фокси. Фокси идет. Фредди надо теперь держать на паузе. Как можно дольше стоять. Так, ты уже подходишь у нас, Фоксик. Фоксик. Лисичку. Он уже близко. Так, еще немножко подержим. Возле лампы стоит. Возле лампы, наверное, нужно уже... О, у нас написано час ночи. Мы только до часу ночи только дожили. Смотрите-ка. Тяжело. Ой, надо вставать. Быстро. Сейчас ворвется в дверь, по-моему. Вот сейчас выскочит там. Оп. Так, тихо. За дверь. Так, он меня не видит, надеюсь. Такой понюхал и ушел. Так, садимся. Так, мы держали. Теперь будем Фоксика удерживать. Теперь держим Фоксика. Держим. Мы видели раз Фредди, раз... Так, Фредди что-то думает. Фоксика удерживаем. Он далеко еще? Не знаю, далеко ли он еще или недалеко. Вот он уже рядом. Уже почти возле лампы. Но я Фокси держу пока. Он еще, в принципе, далеко. Фух, мне нужно разобраться под центральной дверью. Как это... Ой, тихо, вставай, беги. Он тут уже. С центральной дверью я так и не понял. Вот он, пришел, Фредди. Хорошо, Фредди, не буянь. Я сейчас тебе на нос нажму.
Ничего не работает. Нажатие на нос. Посмотрим сюда в скважину. Так, он стоит прямо вот здесь. Пока не знаю, когда он именно появится, но он нас, по-моему, еще ни разу не ловил. Так, только что у нас был Фредди. Давайте его подержим. А Фокси приближается? А, вот это... А, вот Фредди мы держим. А Фокси, по идее, приближается. Держим Фредди. Держим Фредди пока что. Смотрим на Фокси. О, Фокси совсем рядышком. Так. Слышали звук? Вы слышали этот звук? Это был Бонни! Когда этот звук такой скрежет был, как будто бы лезвие, как будто бы коготком скребет, значит, что нужно прятаться срочно. Спрятаться, потому что сейчас Бонни. Бонни не появляется на камерах, поэтому его невозможно задержать. Смотри в замочную скважину и прислушивайся к звукам, которые он издает. Вот, когда мы слышим скрежет когтя такой... А означает, он уже рядом. Ну давайте еще раз попробуем. Тяжелый уровень, согласитесь, очень сложный уровень. И пройти его, пройти его с первого раза у нас, к сожалению, наверное, не получится. Но ничего, если вдруг я какую-то еще что-то я не смогу понять. Давайте с Фреддика будем его останавливать вначале. Если я что-то вдруг делаю неправильно, и вы знаете, как это делать нужно наверняка, пишите мне в комментариях. И возможно... Возможно, я еще раз попробую пройти, еще раз. Но сегодня уже вряд ли я получится. Я сегодня так, видите, такой обзорчик, обзорчик. Пытаюсь только пройти, но пока не выходит, пока не выходит. Может быть, завтра получится пройти. Фредди, вот я его стоплю по максимуму. Жду, клацает. На паузе держу Фредди специально. И смотрим на Фокси. Вот он на повороте. Фредди как можно дольше вот задерживаю. И нужно слушать очень внимательно скрежет когтя, когда у нас Бонни будет. Так, хорошо. Фреддика стопим. Мы, по-моему, даже до 2 часов ночи не добрались, к сожалению. Ну, сложная игра, сложная. Что сказать? Сложная. Так, Фредди, стопим. Хотя бы до 3 ночи бы дойти, было бы здорово. Так, Фреддика стопим. Фредди. Вот Фокси, вот Фредди, он на повороте, а этот уже прямо фактически возле двери. Еще можно немножко постопить, еще можно чуть-чуть постопить. Так, все, давайте прятаться уже, не будем сильно рисковать. Вот тут станем и подождем. Подождем, мамочки. Пришел Фоксик, вали отсюда. Иди ищи где-нибудь свою норку, Фоксик. Гадкий мальчишка. Так, Фредди у нас тут топает, Фоксика стопим. Так, с Фоксика теперь стопим. Стопим жестко. А Фредди вот тут топает. Мы теперь ждем в гости Фредди. Так, о, час ночи. Вот, час ночи, здорово. Здорово, что час ночи у нас хотя бы. Надо до 6 утра доковылять, дождать. Так, Фредди уже приближается. Сейчас он зайдет к нам в гости. Так, Фредди уже рядом. Чуть-чуть поступим. 1, 2, 3, 4, 5. И пойдемте прятаться. Вот сюда. Фредди, выскакивай. Ну уже, давай. О, пришел Фредди. Такой своими прожекторами. Чик-чик-чик-чик. Такой посверял. Чик-чик-чик. Никого нет. Ладно, я пошел. Я пошел. Так, смотрим. Значит, мы теперь Фоксика ждем, в принципе. Но Фреддика будем на стопе держать. Фоксика ждем. И теперь надо слушать звук скрежета. Фоксика ждем. Фредди стопим. Тихонько слушаем, когда будут коготки царапаться. Он подошел. Коготки, нам нужны коготки. Это Бонни уже близко. По-моему, только что с чем скрябалось, по-моему. Это Фокси. Мы Бонни не дождались. Видимо, я перепутал. Ладно, это первый наш был ком. Первый, как бы, обзор на этот уровень. Он очень сложный. Попробуем его пройти в следующий раз еще. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ниломоб. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.